Саша, дома твой конопатый. Видать, забрал он тогда не твоего. Я думаю, что, ну, может быть, там полхвоста была моя черная, как Андрюха говорит. Вот смотри, этот Григорий, как голуби переносят, как бы так, спартанский режим. Когда они, скоты, всю жизнь по зерну ходили и не летали, и как они приехали в голубятню, где надо работать. Смотри на голуба. Саша, твой дома. По голубому небу погнал на свое день рождения. Четверочку. Пошли домой. Гонял за нос. Вот это у нас. О, Запорожец. Приехал к нам. Машина. Сорополка мать. Исполкому. Ветерок есть хороший. Наши два флага. 5 декабря, как моя мать говорит, день рождения. Где голуби? Где голуби? Где голуби? А вон они над домом. Две голубки есть для тебя. Одна вот в горе. Твоя не гоняю, а одна вон в горе есть. Еще одна на 4. Но она вертит. У нее вертки есть пославки. Пославкам у нас так были голуби с этим. С проворотом. Еще есть голубка. Выбирай. Ту я не гоню, а это. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот. Вёрт был, видел? Опа! Опа! Что творит? Белая церковь, смотри, хоть эта голубка вертит, но она летная, видишь, вот. Она сейчас, это я уже вторую тройку кинул, вот она над домом, одна на 4. Так что имей в виду. И то молодой Юрка. Вот эта голубка. Славкина внучка, скорее всего. Парочку им допомогу бросил. Дударьку Славкину. Славкину, что говорю, Славкину. Это Саша. Один сел барбос сюда, но ничего, он сейчас придет. А пора в горе. Вот рябый. Чуть уже не сдают, он молодой. О, он увидел. А конопатая он высоко-высоко. Ну как высоко? Осталась одна. Конопатая осталась одна. А этот сдает к нижним. К нижней паре. Рябый, Юрка, молодой. Вон конопатая, смотри, белая церковь, вон она. Это аж занос, она чуть наперед стоит, одна осталась. Смотри, белая церковь, вот эта конопатая. Летная голубка. Уже, наверное, минут 20 летает. А вот это, что я стал прижаливать, и вот она, вот смотри. Вот она. Я перестал гонять после того, как я ее сам побрал. Вот она. В гостях у Николая Ущека. Сейчас будем пытаться будет хозяин, да, пытаться поднимать голубию. Рубежная Ущека. Николай. 6 декабря 2016 года. А время 12:58. 12:58. Ветер сильный. Сильный это не надо, так ветер надо говорить. Порывчастый. Порывы. Да, порывы. Сейчас мы увидим, какие порывы. У меня нету этого, тут у них приборчика, как у Сереги на этом. Николай Ущека. Поднимает с голубятни, метелочкой. О,
Нравится мне вот этот наборнячок. Николай Ущеко. Подъем голубей. Нравится мне этот наборнячок. Вот этот вот хороший голубок. Николай Ущеко. Подъем голубей. Сильноватый ветер. О, наборнячок никак не может оторваться. Интересный наборняк вот этот, да? Да вот не может оторваться. Вот. Почем у вас вот этот наборняк вот не может с креста полететь? С провода. Сейчас он будет срываться. Коля, почем наборняк вот тут такой, ну, много... Славчи, Славчи, я чураком обрал. Да? Славчи, ее ж нет. А это ты думаешь тот наборняк, что я, да? Вот этот, он такой... Ну, у него больше, там у нас два наборняка. Одно да. Больше белого, а другого больше темного. Ее ага. Чураком обрал. Сваты его там выпустил. Він голуб сам його докарно, мать сватив копець марти, а вони його сам докарно. Він такий більше, він круглий. Він круглий, ага. А это... Батя в нього. А батя хто? Та ну є тут сплошний. Чи він не знає? Батя сплошний, а мать юрчиха, да, була? Там какой-то светлый у вас какой-то такой. Где? 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 А, вижу. Давай, давай. А! Володя, вы, ну, ты меня провода мешаешь. Вот сюда воха выйди. Вот, вот. Где он? Вот, а, вот. О. А вот еще я закрыл самка. Так она еще и кричит, слышишь? Да, да. Сейчас вот эту рыжу заберешь. Я крикликую я как. Да выйди туда, Волка, чтобы провода. Вот да ну вы мне, блядь, не даете снимать. Провода ты мешал, провода ж мешает. Вон, она не пошли. Ага. Сейчас. Кричат и погли. Мясо сколько, ё-моё. На круг, да, отдали они. А второе? Заходят. Второе сзади. А второе сзади, ниже. Жалко. А вторая где сам? А вот вторая... Где? Ее сзади, ниже, ниже, ниже. И тот идет. Ага, вон они идут, обои. Опа, этих бьет, гля, вверху. Ага. Сейчас снизу заберем, гля. Да нехай, что они хотят. Кричит, кричит, как будто. Ох, белый, белый, ух. Бач, с верхних что-то начинают, я не пойму. Ну да. А я эту снимаю, а что там еще кто-то бьет? Да нет, вот они опять вдвоем, опять сразу, на вот разворот. Ага. Вот они пошли. Вон, вон. Вижу, вижу. Я посыпались, и они сейчас дальше. Да, наборняк, теперь простые, бля, выпадай. Так, сейчас они отойдут, успокоились. Два сокола. Два, наверное, да? Два сокола заходило бить. Да, сейчас они отойдут. А вон, они опять сюда идут, сбоку. Идут? Да, сбоку, вот от таксиста, глядь. От таксиста, блядь, вот, вот, вот. Ага. О, Воха, снимай, смотри. Где? Вот, вот, вот они идут. Вот, где? Вот, вот. Вон. Ага, все, вижу.
Вот, заходят, заходят. Где? Где? Потерял. Вон, он сзади, сзади, сзади идет, 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 идет. Вот, все, Жека заходит. На каких? На ту кучу, на дальнюю? Да пока не, не вижу. Вот, все, идет. На каких? Там они поразбежали. Не, пошел на трубу один. На трубу пошел, Жека. Там он нижний. Да, он там дальше отошло, блин. Дивек сам горет, да, блин? Да. Капец. И не с радостью она, да, идет? Не знаю. Орут и не бьют. Прошли так, черкнули и ушли. Как-то странно. Ну да. Голуби у щека Николая. Ветер порывистый. Иногда раскрывается. Жека, знак КБК там штук 5. Да нехай поприходит. Не очень полет сегодня. Да, да, да. Но я сегодня своих заносика. Все равно я заносил сюда кидаю, чтобы они не зацепились за крышу. Голубей все меньше и меньше, летчиков. Все меньше и меньше. Вот одна на четыре надо мной. Я чуть стянул. Так глубко шевертит. А вон те троечки. Ну, сегодня у щека нагонял, может уже поели сокола. Ястреба, может на мои полетают немножко спокойненько. Даст им полетать. Я Кировоград зацепился, кинул я Херсон. Херсон Сашин Конопатый. Вот Кировоград Руслана. Херсон. Тройка в горе стоит, вон они, чуть стянуло. Вот троечка. Чуть стянуло. Эти тут. Опа. Не рассчитал немножко. В дерево застрял. Так, 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 так. Ну эти не пошли, а тройка вон. Так они в оттяжке все время стоят. Молодой рябый там. Сашина сплошная вроде бы. Точно не вижу. Или моя полхвоста. Чуть подальше забросил. Уже до третьего этажа прогресс есть. Твой Саша Конопатый в полете. По ветерку.
А кто это? Неужели это Херсон? Херсон поднялся. Ай да молодец. Херсон поднялся. Херсонес в полете. Молодец, Херсонес. Молодец. Херсонца поднял. Херсонеса еще с ним в полете чуть-чуть.